это по получению Юрия Чебанцова сертификат на 100 тысяч рублей для приобретения оборудования именно в связи с сегодняшним днем рождения. У нас за прошлый учебный год 1209 победителей и призеров, то есть это очень большое количество. 56 человек стали лауреатами стипендии губернатора Московской области, и 3 обучающихся стали лауреатами премии президента Российской Федерации. То есть я считаю, что это, конечно же, великие достижения.